up in your ear, rocking like bamboo. Rocking like bamboo, all up in your ear, rocking like bamboo. Rocking like bamboo. Всем привет! Сегодня соберу свой самодельный кастом номер 2. И вот я уже намотал чуть катушки, извиняюсь за то, что я не снимал. Но давайте мы продолжим ее мотать. Если что, я использовал 88-й клей. Ну и погнали! Ну что ж, наконец-то все сделал. Давайте это все соберем теперь вот сюда и затестим. Кстати, подвес вот. Из старого проекта я буду использовать. Я его просто покрасил, все. Диффузор у меня будет. Ну, вы поняли. И катушка, которую я намотал в этом выпуске. Погнали. Да, и думаю, многие скажут, а где магнитка? Вот магнитка, она здесь сохнет. И будем ставить тестить. Вот, ребята, я собрал мой кастом. Вы только полюбуйтесь, какой он. У него есть активное охлаждение. Там огромная катушка. Ну и мы сейчас его будем тестить. Давайте начнем это.
дурак, что ли, мир? Что-то не особо хочется флексить. О, другое дело. Правда, флексит больше, чем динамик. Пошла жара. Ух. Жесть-то какая-то. Ой-ой-ой. 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 Что ж с тобой? Может, тебя в розеточку сразу впихнуть, а? Остынь. Ой-ой-ой. Что-то это полегчало, что ли? Ой-ой-ой. Что-то ему очень хорошо здесь. Видите, как ему хорошо? Аж... Ну как тебе такое, Кастом? Ну что, уже все готово. Только кулер отрежу. А то мне его что-то жалко стало. Опа, дымочек пошел. Очень много дымка пошло. Прям очень много. Ой-ой-ой-ой! Ух, ё! Что это такое? Вот это вот... Опа, вы видели? Там где-то контакт зашел. Сейчас мы его сюда как присоединим. Короче говоря, кастом...